Вторая часть статьи Александра Неукропного в репортере за 6 июня 2020 года. СССР или Третий Рейх, кому на деле помогали США во Второй мировой войне. Ничего личного, только готовы сравнивать. Тогда вперед! Сотрудничество между американской транснациональной корпорацией Standard Oil of New Jersey, сегодня прекрасно существующей под вывеской Action, и немецкой такой-то, чьи руководители впоследствии оказались на скамье подсудимых в Нюрнберге, отделавшись, впрочем, совершенно символическими наказаниями, началось до прихода к власти Гитлера. Однако после того, как над Германией взвелись флаги со свастиками, оно не то что не закончилось, а резко активизировалось. Выделенные немцам из-за океана на разработку способов производства синтетического горючего 60 миллионов долларов были освоены на совесть. Как знать, насколько меньше продлилась бы война, не имея и Третий рейх этих технологий, строительство соответствующих промышленных предприятий в нацистской Германии финансировала также Стандарт Ойл. Она же в 1935 году, Гитлеру власти два года, передала немцам патент на изготовление тетраэтилсвинца антид детонационной присадки для бензина, без которой, по признанию германской стороны, ведение длительной войны было бы невозможно. Сделано это было с ведомой разрешение американского правительства. Впрочем, и самой настоящей нефтью Рейх американцы снабжали более чем исправно, причем на протяжении всей войны давным-давно никого не удивляет тот факт, что гитлеровскими асами-подводниками из Крикс-марины свирепствовавшими на водах морских не был потоплен ни один из танкеров стандарт Ойл. Но не идиотами же были нацисты пускать ко дну то, что было предназначено именно им. Поставки черного золота для нужд Вермахта и Люфтвафа шли в Италию, Австрию, нейтральную Испанию. Цифры, спросите вы. Но, ну, к примеру, из той же Испании, вплоть до высадки в Нормандии летом 1944 года, Рейх получал по 48 тысяч тонн нефти ежемесячно. 13 с лишним тысяч тонн в месяц этого же сырья шло туда с принадлежавших стандарт ойл месторождений в Венесуэле. Возьмите хотя бы эти данные, да перемножьте на количество месяцев войны. Вот и будет что сравнить с поставленным в СССР не за бесплатно авиационным топливом. Кстати, только на прямых поставках, осуществленных в военное время, Стандарт Ойл заработал не менее 20 миллионов долларов, тогдашних долларов. Еще один достойный сопоставление параметра автомобиля. То, что Генри Форд был кумиром Адольфа Гитлера, единственным американцем, удостоившимся хвалебного упоминания в Майн Кампф и портрета в полный рост, висевшего в кабинете фюрера, вещи общеизвестные. Однако дело тут не было не только в пещерном антисемитизме автомобильного магната и его открытой финансовой помощи НСДАП в период ее становления и развития. Корпорациям Ford и General Motors принадлежала практически вся автомобильная промышленность Третьего Рейха и огромное количество предприятий, исправно работавших на нужды вермахта, всю войну на оккупированных им территориях. Opel на самом деле представлял собой европейский филиал General Motors, не выпуская фактически ничего, кроме сугубо военной продукции. Грузовики Блиц, на которых так весело катили арийцы, чтобы убивать наших прадедов, в 1941 году делались там и много чего еще тоже. Заводы Форда не менее справно штамповали для нацистской нелюди грузовики, бронемашины, авиационные двигатели во Франции, в Алжире и прочих местах. Каждая третья покрышка на колесах машин вермахта была фордовской. По некоторым оценкам, и каждый третий грузовик тоже. О неприятном удивлении американских солдат, которые в 1944 году вторглись в Европу и столкнулись там с противником разъезжающих на грузовиках Форт и Опель, построенных на 100% дочерних предприятиях автомобильных концернов из США, писала не газета «Правда», а «Вашингтон-Пост». Что вы там возражаете? Я снова все путаю, ведь был же закон, грозивший карами за экономическое сотрудничество с врагом. Имелся такой. А еще указ президента США, подписанный 13 декабря 1941 года, в соответствии с которым подобные сделки допускались по специальному разрешению, выдаваемому американским Минфином. Обещанные цифры для сравнения. Ну что ж, по мнению серьезных исследователей, на долю принадлежавших Ford и General Motors приходилось до 90% выпущенных во время войны бронированных полугрузовиков трехтонок и не менее 70% грузовых машин тоннажом покрупнее, использовавшихся вермахтом и войсками СС. Этого достаточно? И вот только не надо пытаться доказывать, что находившиеся в Соединенных Штатах штаб-квартиры и головные конторы не имели никакого отношения к деятельности военной промышленности Третьего Рейха. Их владельцы расписались в обратном, потребовав от правительства США за облачных компенсаций за разбомбленные авиации союзников на территории Германии промышленные объекты, которые они признавали своими. И ведь получились тервицы Только компания General Motors в 1967 году за ущерб, нанесенный заводу Opel в Рюссельхайме было выплачено 33 миллиона долларов. И это далеко не единичный пример. General Motors к началу Второй мировой войны вложил в экономику Третьего рейха 35 миллионов долларов. Ford 17,5. Стандарт Oil более 120 миллионов. Общий же объем американских инвестиций в нацистское антинародное хозяйство оценивается в сумму никак не менее 800 миллионов долларов США, опять-таки тогдашних долларов. Припомнить можно было бы и еще многое. И ферму IBM, чьи прекрасные счетные машины очень помогали нацистам на оккупированных территориях вычислять даже тех евреев, что скрывали свое происхождение уже несколько поколений. И Coca-Cola с ее замечательным напитком Фанта, разработанным и запущенным в производство специально. Для нацистской Германии и кодок, исправно производивший не только пленки для самолетов-разведчиков люфтвафы, но также и детонаторы, взрыватели и другие составляющие военного назначения. Впрочем, все это будут лишь мелкие дополнения к основной картине, описанной выше. В качестве резюме можно привести слова экс-президента Имперского банка Третьего рейха Ялмара Шахта, сказанные им во время Нюрнбергского процесса американскому адвокату. «Хотите обвинить кого-то в вооружении Гитлера? Начните с того, что предъявите обвинение своей стране». Шахт знал, о чем говорит, и это доказано тем, что из зала суда он вышел невиновным. «Должны ли предъявить соответствующие обвинения мы, внуки и правнуки победителей той войны? По-моему, самое время». Александр Неукропный. Вторая часть статьи «СССР или Третий Рейх. Кому на деле помогали США во Второй мировой войне?»